японская виниловая вертушечка. А такая Akai AP003. Пасиковый привод, полуавтомат. На начало ставим пластинку. А можно вернуть вот этой клавишей. Или, как говорится, в конце она отрабатывает, поднимается и паркуется. Ну, очень хорошенькая модель, тяжеленькая. Шикарная виброразвязка. Вообще можно трясти во время воспроизведения. Вот. Фонокабель. Я его, конечно, не даю. Но он сейчас у меня стоит. Значит, левый-правый канал, земля. То есть по желанию, кто какой хочет, там дорогущий ставит, там я не знаю. Вот. Питание у него не японское, а европейское. 220 вольт. Поэтому переходника не будет и не надо. Оснащаться будет головкой начального уровня, шеллом новым. AT91. Аудиотехника, японская головочка, хорошенькая, беленькая. Ну, сейчас начнем мы прослушивание. Вот. А мы будем проверять, как она вернется в конце. Правый канал. Стерео. Левый канал.
все отрабатывает в лучшем виде. Такая вот техника. А такая. Редкие вообще вертушки, а такая, такого классного качества, компактная, хорошенькая, красивая, затемненное стекло. Что еще нужно для души?